Обзор дрели HR 2470. Открываем чемодан, достаем дрель. Вот такая дрель. Простая, но надежная. Три режима. Первый режим — обычное сверление, грязное. Второй режим — сверление с отбойным молотком. Третий режим — просто отбойный молоток. Удобно ставится сверло с помощью вот такой вот системы. Сейчас покажем. Такое сверло. Такой вот насадкой специальной вставляется вот так внутрь и защелкнулось. Можно работать легко, быстро достается. Второе сверло то же самое. И так весь набор легко вставляется и вынимается. Также есть в наборе такие отбивные штучки, с которыми работают только на режиме отбойника. Ломать плитку, стены и так далее. Легко снимается. Также я приобрел такую насадку для зажима обычных сверл. Вот такой патрон. С таким же специальным входом. Так вставляется, опять же фиксируется, открывается, закрывается с помощью обычного ключа. Здесь мы уже зажимаем круглые предметы диаметром, ну думаю, где-то до 12 миллиметров. Зажимаем и работаем. Также легко снимается. Вот такая простая, недорогая дрель для дома.